граждане, недешево досталась нам свобода. Ценой лишений, ценой голода, ценой крови завоевали мы ее. Поэтому война до победного конца! Дайте говорить оратору! Товарищи граждане, война до победного конца нужна теперь свободному народу! Сам воюет! Война до победного конца нужна нам как жизнь, как воздух! Поэтому вгрыземся зубами во вражеское тело! Что? О, довольно горло драть! Показывай пример! А? Правильно! Давай на фронт! Товарищ, я с удовольствием! Только я не призывной, по возрасту просто не подхожу. Ничего, подойдешь, мы тебе по возрасту поблажку сделаем. Разрешите передать вам привет от революционного Балтийского флота. Давай войну! Ваш документ? Ваш документ? Ваш документ? Кого это ищут? А кто его знает? Немецкого шпиона какого-то? А Ленина, что ли? Ваш документ? Пожалуйста, пожалуйста. Владимир Ильич, отвернитесь от окна. Отойдите. Отойдите от окна, Владимир. Василий, вот статья для правды. Передать ее товарищу Сталину и устройте мне с ним свидание завтра же. Хорошо. Отнесите, пожалуйста, письмо Надежде Константиновне. Передайте ей, что я приехал в Петроград. А вы еще не приехали в Петроград. Скажите, чтобы она не беспокоилась. И пусть сообщит, что сделал выборгский райком по тому вопросу, о котором я писал. Нет, вы не пишите. Это нужно держать в голове. И узнаете, какие резолюции были приняты Гельсингфорсом у Балтийцев и на Обухском заводе. Это мне нужно завтра к утру. Возможно? Трудно. Я не спрашиваю трудно. Я спрашиваю, возможно ли... Знаю. Вот это другой разговор. Какой поезд? 75-й, Финляндии. Наряд? Напоминаю. Проверять всех без исключения. Подозрительных задержек. Слушать. Юнкер Ляховский. Проверьте паровоз и тендер. Слушать. Станция скоро. Владимирович, отвернитесь. Возьмите вот браунинг. Нет, не возьму. Вам партия поручила доставить меня в полный сохранность. Вот и доставляйте. Ну тогда отойдите от окна. Пожалуйста. Thank you.
прибыли. Большое спасибо, товарищ. Константин Петрович. Слава Богу. Проходите. Беспокоится, Анна Михайловна? Конечно, Валерий. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, Анна Михайловна. Здравствуйте. Так вот, помните, прежде всего, свидание со Сталиным. Хорошо, Владимир Ильич. Ну, куда прикажете идти? Прямо. До свидания. До свидания, Анна Михайловна. Ну, добрый путь. Как, Владимир Ильич, выступает? 10-го будет заседание ЦК. Вам, товарищ Василий, придется немножко поработать. Идем. Thank you.
Ну что? Решает. Что так долго? Мировой вопрос решает, а тебе долго. Ну, смотри. Хорошо. Смотри, смотри. Я не вижу разницы между предложениями Троцкого и Каменева с Зиновьевым. Оба предложения означают ждать. Ждать ли съезда советов, ждать ли учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. И совершенно прав товарищ Сталин, говоря, что нам нельзя ждать. Предложение Троцкого и Каменева с Зиновьевым – это полный идиотизм или полная измена. Эти печальные пессимисты нас без конца здесь спрашивают, а если? Доводы, позволяющие вспомнить изречение. Один дурак может в 10 раз больше задать вопрос, чем 10 мудрецов способны разрешить. Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном восстании, о немедленном захвате всей власти советами. Одновременное, внезапное и быстрое наступление на Питер комбинирует наши три главные силы. Вот рабочих и войсковые части. Занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. Я хочу говорить ясным языком. Россия должна иметь некоторый порядок. Святая правда. Железный кулак нужен. Порядок, который установит сейчас, открыто не кажется возможным. Но мое правительство поручило мне оказать любую помощь для установления в России железного порядка и продолжения войны. Я кончил. Вот что, господа, все это мы слышали 10 раз. Диктатура, железный кулак, диктатура. Мы соглашаемся, мы даем деньги, ведь это же надоело, в конце концов. Надоело деньги давать? Не деньги надоело давать, а слушать надоело. А денег нам не жалко. Сколько нужно? Миллион? 10 миллионов? Даже 100 миллионов. Пожалуйста. Отдать пол России? Отдадим. Кавказ англичанам? Берите. Украину этим, ну известно кому. Да пусть жрут. Нам не жалко. Мы на все согласны. Ну дайте же человека, которому бы я поверил. Дайте настоящего душителя, держителя. Надо же, господа, чтоб был настоящий человек. Святая правда. Ну, конечно. Не под Керенского же деньги давай. А как считает господин посол, с чего нужно начинать? Прежде всего, необходимо разоружить заводы. Это как раз могут сделать эсеры, меньшевики. Я полагаю также необходимым принять некоторые меры относительно большевистских лидеров. Ленина убить и немедля. Я хотел говорить
дипломатичным языком. Но господин Розянко сказал свою мысль. Надо понимать господина посла немножко шире. Большевистской партии имеет своя головка. Есть Ленин, есть Сталин. Правильно. Ленин, Сталин. Затем Свердлова. Верно. Прошу простить. Я позволял себе пригласить некоторых представителей демократичных партий. Дзержинского. Прошу. Так. Что? Вы знакомы? Курицкого. Забыли? Садитесь. Военно-революционный центр по руководству восстанием выбраны Сталин, Свердлов, Дзержинский, Курицкий. Товарищи, расходиться по одному. Пусть пройдет Ильич. Обождите, Владимир Ильич. Ага, хорошо. Товарищ Василий, имейте в виду, без специального решения ЦК Владимир Ильич не должен выходить на улицу. Хорошо, товарищ Сталин. Вы отвечаете перед партией за его жизнь. Понимаю. Деньги у вас еще есть? Тепло у него? Как он питается? Старайтесь доставать все, что возможно. Владимир Ильич, сейчас холодно, сыро. Оденьте плащ. Нет, нет, ни за что. Ни в коем случае. Совершенно тепло. Считайте, что ЦК вынес специальное постановление. Ну, давайте. Владимир Ильич, светает. Затем надо до Самсоневского не дойдем. Придется ночевать у меня. Хорошо. Где же он? Скрывается в провинции? Ближе. Или у моряков? Раздачи? Он здесь, в самом Петрограде. Ручаюсь. Может быть, в этой очереди кто-нибудь стоит для него за хлеб? Возможно. Но как его найти? Найдем. Дайте прикурить. Спичек нет. Пожалуйста. Благодарю вас.
Вон, Наташа, этот товарищ будет у нас сегодня ночевать. Да. Простите, что причиняю хлопоты. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Чай будете пить? Нет, нет, не тревожьтесь. Я не хочу. А вот, товарищ Василий, если у вас есть план Петрограда, дайте мне, пожалуйста. Нет. Нет. Нет? Нет? Ну, ничего, не поделаешь. Наташа, этому товарищу надо хорошо выспаться. Ты постели ему постель, а мы ляжем на полу. Давай. Какая прелесть. Распашоночка. Ну, поздравляю. От души поздравляю, товарищи. Ждем сына. Страшно очень. И не время теперь. Да будет. Голодно, трудно. Ладно. На четверке хлеб далеко не уедешь. Ладно. Какой он отец? А что? Тюрьмы до ссылки. Вот так так. Погодите, погодите. Скоро все будет иначе. Скоро, скоро. Вы что это мне? Ни в коем случае. Дайте сюда. Да, Владимир, Константин Петрович, ну что? Вот именно Константин Петрович ляжет на стуле здесь. Или прямо на полу. Ну что? Да нет. Дайте так вот сделаю. Можно так вот? Ну, ложитесь сам. Нет, нет. Не ложитесь. Вы не спорьте, не поможет. Слушайте, товарищ, товарищ Василий. А у соседей сейчас нельзя достать план Петрограда? Да нет, поздно. Ладно, будем спать. Книги под голову. Где книги? Вот, вот. Держите. Вот так. Вот. Нет, этот под голову не годится. В ноги ее. Такой чепухой он под голову нельзя. Василий. От Петра письмо. Потом, потом. Идите, идите, я сам. Это из деревни, это ее брата. Ах, из деревни? Это очень интересно. Почитайте, если можно. Пожалуйста. Ну-ка, дай. Дай, Наташа. Держи. Вот. Вот. Теперь мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, терентьевых спалили. Так, только вот не знаем, можем сейчас брать землю или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Выгонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели и гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. А, тут вот еще вот. Не видала ли ты Ленина? Напиши, какой он. Тут на медне поспорили. Говорили, тут он рыжий, да косой. Да. А мы так считаем, что он самостоятельный мужчина, строгой. И огромного росту. Что ж делать? А что ж тут поделаешь? Ведь написано же. Да. Идемте спать. Да, да, спать. И спать, спать. Да, мы пошли спать. Вот так. Вот так. Вот. Давай еще сидим. Да. Вам с завтрашнего дня придется. О Буховском, Нарске. Оружие. Как хватит? Оружие батальона на два. Немало. Что? Затем Петроградский комитет. Молотову? Да. Лично ему. Не забудьте. Дальше. Вот все. Ну, все сделаю. Хорошо, все. Константин Петрович. А вам не приходилось видать Ленина? Приходилось. Какой он из себя? Ленин? Какой он из себя? Ленин? Я боюсь, мне придется вас разочаровать.
Он Наташа такой... Как маленького роста. Разве? Да, маленького роста. Несколько лысоват. Да? Да, совершенно лысый. Так что совсем-совсем не то. Ну, спать. Да, спи, Наташа. Спи. Товарищ Василий, вы завтра мне карту Петрограда принесите. Обязательно. Ну, спать. Спи, Наташа, спи. Спи, Наташа, спи. А ты, Василий? Ладно, спи. Да. Твои ребята как, в порядке здесь? Товарищи большевики. Центральный комитет нашей партии, а только чтобы тих, не орать. Центральный комитет нашей партии принял решение о вооруженном восстании. Тихо, товарищи, тихо. Вся власть советом. Матвеев, что? Ура, можно? Да ты что, ошалел? Да мы тихонько, Матвеев. Тихо. Тихо. Ну, тихо можно. Товарищи, ура! 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 На заседании ЦК Ильич, говорят, был. Откуда? Ну что? Нет. Тихо, товарищи, тихо. Тихо. Товарищи, слово имеет представитель Петроградского комитета. Товарищи, речь я вам скажу короткую. В завкоме есть телефон? Есть. Установите дежурство. Круглые сутки. Так. Блинов. Да. Миронинг. Здесь. Берите людей и занимайте пост. Есть такое дело. Смольный для связи послать отряд. Малышкин. Я. Забирай любой десяток и будешь за старшего. Есть. Теперь насчет броневиков. А, знаю. Белов, Рябинин. Я. Есть. Как у вас
Насчет ребят в бронедивизионе? Да найдутся. Есть. Есть? Пойдете со мной, агитировать будем. Ладно. Ладно. Теперь перевязочный материал. Есть. Тимошкин! Тимошкин! Я. Пойдешь в аптеку и попросишь ваты. На сколько? Что на сколько? Ваты. Ну, на сколько? Сколько есть, все и бери. Бинтов тоже. И йоду, бутылку. А деньги? Деньги. Расписку дашь? Новая власть уплатит. Да, с ней дадут без денег. А ты попроси, хорошо, попроси, тихонько. Дадут. Дадут? Дадут. А то возьми кого-нибудь на подмогу. Не надо, я... Теперь вопрос поважнее. У вас меньшевики эсеры есть? Ну, ясное дело, есть. Назначить агитатор по цехам. Так. Товарищи, значит, мы... Иди в завком. Очень спешно. Чего там? Помощник министра приехал. Это насчет оружия, наверное. Ладно, я там с ними поговорю. Ну ладно. А мы тут им приготовим встречу. Товарищи агитаторы по цехам. Первая смена, значит, механической. Похроменко, Наум, Соколов. Хорошо. Литейный, Железнов, Богода. Да, Кузнечный, Потапенко. Ну что там? Кто это? Нам нужно председателя завкома. Ну, я за него. Я за него. Представитель ЦИКа. Жуков. А это... Ну да. Вот. Да. Нас? Пойдемте поговорим. Так а мне народ не мешает. Тайны от пролетариата не держим. Садитесь. Садитесь. Вот что. Говорят, что у ваших рабочих есть оружие. Это верно? Что-то как будто есть. Да, но по нашим сведениям, этим что-то как будто можно вооружить два батальона солдат, а? Разве два? Что? А впрочем, не знаю, не считал. Ведь оружие у нас частное, у каждого свое. Так, ну так вот, это частное оружие нужно будет сдать на нужды фронта. Для защиты демократической республики. Ну да. Дело серьезное. Надо с ребятами посовещаться. Хорошо. Вот сам вам будет довольна? Ну куда, да, мигом быстро. Ребят, пойдем поговорим там. Где что я быстро. Посторонитесь, гражданин. Подвиньтесь, пожалуйста. Полчаса прошло. И еще полчаса прошло. Да? Вызвать охрану. Виноват, гражданин. К
телефону подходить нельзя. Вам что, охрану? Для помощника министра? Да-да. Ну, это можно. Проходную. Проходная, говорит Блинов. У вас там у ворот что, стоят юнкеры? Сколько? Ага. Ну, пропусти их. Да пусть проходят. Пусть идут. Ну что вы, граждане? Вы говорили с рабочими? Говорил. Ну? Ну, они говорят, нет у нас никакого оружия. Ага. А это что? Ну так и я им говорю. Ребята, а это что? Ну разве у них есть совесть? Они говорят, это наша частная собственность, на тебя это не касается. Ну это вроде как пиджак или портфель. Товарищ, а вы понимаете, что значит... Отказ сдать оружие. Товарищ Жуков, он прекрасно все понимает. Товарищи, здесь есть эсеры? Или меньшевики? Чего молчите? Есть у нас и сырые меньшевики. Идем покажем. Земляки пришли. Вы член партии социалистов-революционеров? Записывался. Я Рудковский. Товарищи, я обращаюсь к вам как к сознательному члену нашей партии. Товарищ, фронту нужно оружие. Я прошу вас сдать вашу винтовку. Ну зачем вам винтовка? А? Зачем? Пригодится. Виноват. Вы временному правительству подчиняетесь? Временному правительству? Да. Прошу прощения, не так, чтобы очень... Но Центральному исполнительному комитету вы подчиняетесь? То есть вам? Да. Нет. Виноват. Виноват, но тогда выходит, что вы вообще никому не подчиняетесь. Почему не подчиняетесь? Кому надо, тому подчиняемся. Но кому именно? Ну, я вас спрашиваю, кому вы подчиняетесь? Ну кому? Кому конкретно? Вот что. Катись ты отсюда. Ну чего привязался? Ребята, ну чего он ко мне пристал? Господин поручик, взять винтовку. Господин прапорщик. Сигнал. Слушаюсь. Изъять оружие. Слушаюсь. Тихо, товарищ, тихо.
гражданин временное правительство, с оружием в цех входить нельзя. И вообще посторонним здесь быть воспрещается. Народ у нас горячий, работа нервная. Могут зашибить вас до смерти. Так что вы бы вышли отсюда. Так и ушли? Да. Хорошо. Очень, очень хорошо. Карту давайте. Карту Митю принесли? Здесь. А кто был от Петроградского комитета? Громов. Ага. Очень хорошо. Пейте, товарищ Василий, чай. Прекрасный, крепкий чай. Где тут такой Анна Михайловна добывает? Значит, выгнали? Выгнали. Владимир Ильич, сейчас, подозрительное сейчас. Дело. Сейчас. Все идет хорошо. Очень, очень хорошо. Да, так что вы говорите? Подозрительное дело, Владимир Ильич. Карты-то ведь я едва достал. Последние. А приказчик говорит, сегодня 50 штук продал. Но эту карту одного дядьки из-под самого носа выхватил. Наш дядька? В том-то и дело, что не наш. Понимаю, понимаю. Ну, тоже готовится, значит. Ага. А глаза-то у вас стали острые. Раньше бы, небось, сказали ничего особенного. Так, так и надо, товарищ Василий. И вся Россия стала... Все идет правильно. Неясно мне только одно. Когда вы будете спать? Сегодня. На, а на Путиловском ночную смену кто мне обещал зайти? Сегодня же сяду, Владимирович, как обещал. Да когда же вы ночью будете спать? Иди сюда. Владимирович. Идите в эту комнату и отдыхайте два с половиной часа. Я не успею с поручением. Успейте, успейте, идите. Отдыхайте, я послежу. Товарищ Василий, вы спите? Спит.
Нет. Это не чисто плотно. Да. Это, наконец, позорно для революционера иметь дело с таким типом. Я слушаю. Нет, 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 нет. Это не для меня. Кто-кто? Филер. Ну, черт знает, что такое. Да помолчите вы. В конце концов. Простите. Когда, когда? Ага. Ага. Всего хорошего. Поздравляю. Это из новой жизни. Завтра статья Каменева. Он от своего имени, от имени Зиновьева сообщает, что ЦК большевиков принял секретное решение о вооруженном восстании. Дождались? Ну да. Да либеральничать. Николай Николаевич, попросите, пожалуйста, этого субъекта. Я уже здесь. Желаю здравствовать. Здравствуйте. Как ваша фамилия? Фамилия? Ну, называйте просто Филимонов. Гражданин Филимонов, вам известно, зачем мы вас пригласили? А мне бы только хотелось попросить у вас подробные сведения об интересующей вас личности. Ну, так сказать, для пользы дела. Ну, так вот. Наружность у него обыкновенная, таких много. Рост средний. Ниже среднего. Волосы рыжеватые. Лысина. Лысина. Лоб большой. Огромный лоб. Очень подвижное лицо. Глаза карие. Прищуривается. Картавит. Да. Очень приятно. Картавит. Из евреев? Нет. Одевается просто. Носки ботинок загибаются кверху. Что вы говорите? Вот никогда не замечал. Ну, ему лучше знать. Рядом жили в эмиграции. Оставьте мою эмиграцию в покое. Что? Уши не изволили заметить какие? Что? Что? Уши, уши. Ах, уши. Уши... Уши какие? Уши обыкновенные. Очень подвижен. Ни одной минуты не остается спокойно. Любит делать так. Ленин. Ульянов. Да. Как же, как же. Приходилось. Еще бы. Ну ладно. В условиях с вами договорятся. Действуйте. Счастливо оставаться. До свидания. Брезгуют. Ну, иди, иди. Из
Константину Петровичу. Здравствуйте, Анна Михайловна. Здравствуйте, товарищ Василий. Здравствуйте, Анна Михайловна. Вот принес сухарики. Хорошо, а то у нас к чаю ничего нет. Рабочий путь, печенье, время, пешевые ведомости, новая жизнь. А где же маленькая газета? Чего не пишет? Это черносотенная хулиганская газета, Владимир Ильич. Я думал, что вам не надо. Я не знаю, как вам, а мне надо. Врагов надо знать. Принесите завтра. Хорошо. И вообще, товарищ Василий, вы опять... Владимир Ильич, вы же сами не спите. Я говорю про вас. Так нельзя, товарищ Василий. Вы меня в прошлый раз обманули и обманули. Сегодня вы. Сегодня? Угу. Да. Вот как раз сегодня ты не придешь. Ну, ничего, товарищ Василий. Скоро мы возьмем власть, и тогда мы... Тогда уж мы. Да. Тогда тем более не придется спать. Какая подлость, какая безмерная подлость! Где же граница бесстыдству? Читайте! Товарищ Василий, вот полюбуйтесь, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали! Предали партию, выдали планы ЦК. Бандиты. Товарищ Василий, не теряйте ни одной минуты. Бегите к Сталину и к Свердлову. Скажите им, что мне нужно их видеть. Немедленно, сейчас же. Идите. Изменники. Неоткуда, неоткуда взять. Нет у меня охраны. Неоткуда взять. Ничего не могу сделать. Слушаю. Ну, что я могу сделать, господин Рыжов? Нет у меня охраны. Читали? Читал. Читали? Читал. Читаете? Читайте, читайте. Что? Нет у меня охраны. Слушаю. Я не комендант города. Я командующий округом. Все с ума посходили. Все требуют охраны от большевиков. Я вот даже министров охранить не знаю как. Выключи телефоны.
Я к вашим услугам, господа. Кому угодно начать, господа? Я хотел бы задать вопрос командующему. Разрешите? Когда вы ожидаете части, вызванной из фронта? 26-го к утру. Вы уверены? А какие это части? Очень хорошие части. Разрешите? А какими силами вы собираетесь охранять зиму? Вызываю две петерговские школы прапорщиков, вызваны броневики. И это все? А вы что же прикажете? Армию с фронта снять? Александр Федорович, я прошу слова. Сегодня утром я вышел из дворца в своем полувоенном костюме, к которому так привыкло население и войска. Я сел в автомобиль, как всегда, на свое место с правой стороны заднего сиденья. Конечно, вся улица узнала меня. Военные вытягивались, я отдавал честь, как всегда, немного небрежно, слегка улыбаясь. Нет! Не верю! Не верю! Нужно крикнуть клич! Нужно брать толпу воздуха! Александр Федорович, можно мне слово? Господин командующий, я полагаю, что мы должны быть очень благодарны Льву Борисовичу Каменеву за его предупреждение, и не оценить его просто не имеем права. Господа, я предлагаю следующее. Первое. Кроме офицерства, юнкеров и казачьих частей, немедленно вооружить в городе всех тех, на кого мы еще можем положиться. То есть чиновников, банковских служащих, студенческие отряды. Второе. Немедленно отрезать центр от рабочих окраин. Для чего? Развести мосты, поставить на набережных артиллерию. Наконец, третье и самое главное. Не ожидая выступления большевиков, разгромить их в их же собственной крепости. То есть взять Смольный институт и не позднее 26 числа сего месяца. Если этого не сделаете вы, то это же самое сделают другие. Да, я согласен. 26-го верное время на управительство войска будут здесь. Я вызову казаков Краснова. Господин адъютант, соедините меня со ставкой. Своей командующей. Я приказываю вооружить столицы всех, кто идет со мной. 26 октября я разгромлю Смольный институт и уничтожу большевик физически. Павел Николаевич, а почему до сих пор не пойман Ленин? Ищем. Можно ли представить себе поступок более изменнический, более штрейбрехерский? Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю. И всеми силами, и перед ЦК, и перед съездом, буду бороться за исключение обоих из партии. Тише. Письмо Ленина. Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в учредительное собрание. Рабочие в такую партию не пойдут. Нет силы на свете, кроме силы победоносной пролетарской революции, чтобы вместо жалоб и просьб и слез перейти к революционному делу.
Промедление в восстании смерти подобно. Ибо сложить ненужные руки на пустой груди и ждать, принять верой в учредительные собрания, пока Родзянко и компания сдадут Питер и задушат революцию. Ибо восстание середины нет. Мы не вправе ждать, пока буржуазия задушит революцию. Командующему третьим кавкорпусом генерал-майору Краснову. Приказываю немедленно эшелонами и походным порядком выслать дополнительно в Петроград казачью дивизию в мое распоряжение. Точка. Главковерх Керенск. Господин комендант, это оружие чужого склада. Прикажите принять. Принять точно вы. Отстают осторожно. Давайте. Ага. Получите с пятого склада. Ага. От отряда студенчества есть-то? Я. Вот. Командир? Точно. Получите 50 винтовок и 1000 патронов. Быстро. Гражданин комендант, отстаю за банковский службы. 100 револьверов и 3000 патронов. Получите внизу. Кто может нас защищать в настоящее время? Я спрошу героев войны. Где Иванов? Он выгнан. Где Плешков? Он выгнан. Где Колчак? Он выгнан. Где граф Геллер? Он убит. Некому твердой рукой задушить большевистскую заразу. Не беспокойтесь. Подождите до послезавтра. Говорят, казачья дивизия с фронта прибыла. Я что-то не слыхал. Что вы, специально вызван? Это замечательно. Нет, в порядке. В порядке. А этот? В порядке. Сегодня ночью. Понятно? Но только чтоб тихо. Правильно? Никак нет, господин поручик. Поршневые кольца нужно сменить. Посветите ремонт. В порядке? Никак нет, господин поручик. Что за черт? В чем дело? Привод магнито отказал, сцепление тоже. Проверить. Постановление полкового комитета, знаешь? Нужно перебрать, господин поручик. А исправление дают 2 дня. Тоже не исправит. Точно, господин поручик. Коробку скоростей сменить надо. Какого черта смотришь, тупина? Господин поручик, позвольте объяснить, я с ними ничего не могу сделать. Все время обещаете, все время обманываете. Что за собрание? Почему посторонние в дивизионе? Это, господин поручик, к нам земляк приехал. Земляк. Посторонних из дивизиона убрать? Крымчаку 5 суток. Я его под суд. Ремонт закончить 24 часа. Ничего, через 2 часа все пойдут. Из механического. Ищи. Анна Смирнова. Тетя, зачем ты? Давай, Винцов. Эй, патроны. 85, 86, 87.
88. Куда ставите? Сюда, сюда. 90. Да, есть такое дело. Так. Так, так. Ну и правильно. Блинов принял. Макеев! Макеев! Вот, из военно-революционного комитета. Быть наготове. Командир отрядов ко мне. Печейный! Скорость у выходной! Здесь, со мной! Михаилическая! Валерьевская! Эй, Кузнеца! Валяй. Вот, значит, все это передай, ребят. Видишь, их передай, ребят. По-русски, знаешь, ничего не говорят. Тоже настроить. Мартынчук! Останься здесь. Понимаете, я стучу, не открываю. А за дверью шаги, кто-то ходит. Что вы скандалите? Что вам надо? Кто-то ходит. А что вам надо? Примус мне надо. Примус хотел вас попросить. Нет у меня примуса. Уходите. Странно, мадам. Я же у вас брал. Нет у меня примуса. Уходите. Странно. Поселились тут. Молодец. Thank you.
Поди сюда. Квартира 4. Смотри, не выпускай. Как хорошо, что вы пришли. Пойдите. Подумайте, он собрался уходить, ведь его убьют. Вы не волнуйтесь, Анна Михайловна. Товарищ Василий, ну, рассказывайте. Правительство отдало распоряжение разводить мосты. Так, так и знал. Почуяли? Да. Названия нет предательства этих подлецов. Товарищ Василий, идемте в Смольный. Не хочешь? Опасно, Владимир Ильич, опасно. За ним пришлют отряд охраны. Для него приготовлен пропуск в Смольный. Ну как же без всего этого идти? Заводы, казармы выступают? Да, настроение очень боевое. Но вот ведь я должен быть немедленно там. Товарищ Василий, идемте. Идемте, идемте, товарищ Василий. Нет, я не пойду. И вас не пущу. Надо ждать охраны. Он с ума сошел. Вы с ума сошли? Сегодня восстание. Вы что, не знали? Мы назначили на сегодня восстание. Оно идет сейчас, сию минуту. А я буду сидеть здесь? Владимир Ильич, я отвечаю за вашу жизнь перед ЦК. Будем ждать охрану. Ну, подождем полчаса. Полчаса. Пожалуйста. Извольте, буду ждать. Полчаса. 15 минут. Поехали. Шукартыц. Григорий, Тимофеев. Давай. Давай. Скорей, скорей, скорей. Садись шоферу, покажешь дорогу. За Лениным едем. Врешь. Выследил? От меня никто не уйдет. Прямо. Загорожено. Надо объезжать. Брюшка! Адрес! Адрес!
Самсоневской, 92, квартира 4. Скорей, скорей! Нет, ни минуты больше ждать не буду. Владимир Ильич, надо хотя бы переодеться. Надо не поменять, загомираться. Анна Михайловна, поскорее, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Чересчур? Нет. Хорошо. Пошли. Рано. Куда да почему? Ты что, с луны свалился, что ли? Не знаешь, что мы сегодня буржуи пить будем? Ладно, ладно, не ори очень. Все прямо и направо, и направо. Правее, правее. Очень возможная вещь. Посмотреть охота. Да. А то мы там поспорили с мироедами. Они говорят, рыжий дыребой. А я думаю, не может быть. Я думаю, он
такой головастый, большой. Он самостоятельный мужчина. Да. Ничего определенного вам сказать не могу. Ну да, не видал. Не видал. Василий Николаевич. Дышка, ну, из деревни. Приехал. Ну, некогда. Дышка, тебе видел? Да некогда. Ну, здорово. Ну, прощай. Ленина не видал? Здесь. Где? А он ходит, видишь? Где? Товарищи, нам на нашу долю выпало великое счастье осуществить мечты всех угнетенных. Да здравствует власть Советов! Да здравствует товарищ Ленин! Oh!
Станция. Декрет о земле. Станция. Первый. Помещичья собственность Станция. На землю. Алло. Отменяется алло. Немедленно алло. Без всякого Станция. Выкупа. Точка. Алло. Станция, слушай. Второе. Станция. Помещичьи семейства. Главное, как есть. Станция. Станция. Ну куда? Станция. 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 Со всем их живым и мертвым инвентарем. Станция. 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 Штаб. Станция. Станция! 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 183, давай балтийский экипаж! Давай балтийский экипаж! Я не знаю, куда тут чего втыкать! А барышни все валяются в обмороке! Обмороки! А ну, тебя к чему? Стой! Стой! Простите! Салам! Станция наша! Так пусть дадут балтийский экипаж! Дай балтийский экипаж. 183. Кто говорить будет? Ленин! Ах, погоди, Белов, погоди, постой, погоди, сейчас. Слушайте, барыш, ну успокойтесь, милый, успокойтесь, барыш. Барыш, милый, успокойтесь, ну что вы, что? Не соедините мне балтийский экипаж. Только тихо. Тихо, тихо. Ничего страшного нет. Соедините мне скорее 183. Скорее, скорее, соедините. Скорее, 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 скорее. Скорее, скорее. Ну? Готов. Деремерка! Есть, Деремерка. Ну, подержу здесь. Есть, подержу. А я дальше пойду. Есть. Посольство, если вас задержат большевики, этого никто не должен читать. Понятно? Гатчина Керенскому. Каким путем? Вот это уж меня не касается. Любым. Верхом. На поезде! В телеге! Гатчина! Валерий Николаевич! Что? Проморгали? Опоздал. Шляпа. Господин Русков, стоп! Потрудитесь не возражать, когда с вами говорит министр правительства. Временно. Распоряжение Пальчинского. Слушаю. Переходит в распоряжение. Станция! Станция! Владимир Ильич, Николаевский вокзал взят. Хорошо. Да ну почему не взят?
Зимний дворец! Надо брать дворец! Ваши клюзы сохранять, поэтому дальше по возможности не стрелять, а оглушить прикладами. Товарищ Ильенко, встань от Аполлона. Это Венера. Ну ладно, какая разница, потом разберемся. А ну-ка, пошли, товарищи, дальше. Владимир Ильич, пора. Да-да, иду. Владимир Ильич, по вечерку возьмете? Нет, не возьму. Нам теперь прятаться не нужно. Власть мы берем всерьез и надолго.
Гатчина! Коменданту, срочно. Гатчина! Гатчина! Дайте-ка. Гатчина! Гатчина! Передайте галка вверху! Граждане министры Временного правительства, именем Военно-революционного комитета, ну так что тихо, объявляю, ваше Временное правительство арестовано. Это возмутительно! Тихо, граждане, тихо, ничего страшного нет. Совершается пролетарская революция, ваши документики. Документики ваши. Извольте. Сунтовавшиеся рабы. Тихо, товарищи, тихо. Пожалуйста. Ну, граждане, функции ваши кончены. Всего часа и навсегда. Вы в этом уверены? Да. Крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!